Всем привет! Вспомнила, что есть такое вкусное, очень вкусное блюдо, которое называется картофельные зразы, и решила приготовить. Думаю, что все у меня получится, хотя я готовила зразы уже очень давно. Что мне нужно? Это мясо, картофель, мука, разные специи. Я еще взяла панировочные сухари, но не знаю, буду я ими пользоваться или нет, потому что, как я помню раньше, я готовила без панировочных сухарей, а просто так обжаренного. Но попробую. Мясо у меня уже перекручено, сюда я добавила лук, соль и черный молотый перец. Можно, конечно же, добавить еще какие-то специи, ну, которые вам нравятся. Ну, я добавляю сюда сырой лук. Буду отваривать картошку и обжаривать мясо. Сюда в фарш, когда я перекручивала, я добавила одну вот такую большую сырую луковицу. Но также можно лук отдельно пережарить на сковородке и потом соединить его с фаршем. Фарш я не буду сильно обжаривать, чтобы не пересушить мясо. Еще вот 1-2 минутки, и этого будет достаточно. Картофель варится, главное, чтобы его не переварить. Картошка уже готова, я не дала ей сильно развариться, и осталось ее только потолочь. Добавила в картошку 50 грамм сливочного масла, также сюда можно еще добавить 1 яйцо. В картошку добавляю муку, добавляю постепенно и хорошо все смешиваю, чтобы мука не превратилась в комочки, была такая однородная масса. Теперь мясо и картошку я даю полностью остыть. Делаем заготовки для зраз. Такой формы я формирую зразы. Можно, конечно, сделать и круглую форму, но я делаю так. Все, заготовки я сделала и отправляюсь жарить. Обжаривать буду на растительном масле. Сначала я в яйцах обмакиваю, потом в сухарях. Опять в яйце и опять в сухари. И отправляю жарить на сковородку. Все, зразы обжарила и выложила на бумажное полотенце. Ну что, все готово, остается только попробовать. Я уже положила сметану и буду пробовать. И на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока-пока.